Леонов двинулся к цели ползком. И вдруг... Внезапно перед глазами Леонова появилась пара немецких ботинок с подковами. Виктор поднял глаза и увидел офицера с автоматом в руках. Рядом стояли два автоматчика, улыбаясь. В голове пронеслось. «Эх ты, герой-североморец! На четвереньках перед этими фрицами!» Виктор ждал пули, но немцы, которым редко удавалось пленить разведчика, хотели взять его живым. Офицер скомандовал «Хэнде хох!». Леонов встал, поднял руки и, сделав шаг к врагам, словно оступился на скользком камне. Немцы не успели опомниться. Ножи из рукавов разведчика выпали ему прямо в ладони, и спустя мгновение по рукоятку вонзились в автоматчиков. Немецкий офицер пытался схватиться за автомат, но Виктор крепко сжал фашиста и скатился на нем вниз по сопке, словно на санках. Это был первый пленный, взятый в операции на мысе Крестовый. История Второй мировой знает немало подвигов, которые можно назвать фантастическими, невероятными. Но героев, которые совершили подобное, не единожды, не так уж много. Особое место среди них занимает легендарный моряк и разведчик Виктор Леонов. Какими же невероятными способностями обладал этот человек, ставший легендой еще при жизни? Сколько в этой русской морской песне и горечи, и мужества. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. На этих кадрах хроники-моряки с винтовками в руках бросаются в атаку там, где не хватает наземных сил. Именно такая ситуация складывалась под Мурманском в начале войны. На севере, в отличие от многих других мест, советские войска не были застигнуты нападением немцев врасплох. Начиная с 14 июня 1941 года, дивизии из состава 14-й армии по приказу командующего Ленинградским военным округом Попова были выдвинуты к государственной границе. Однако сдержать такими силами натиск мощной немецкой группировки «Лапландия» не представлялось возможным. Главную ударную силу Лапландии составляли горные егеря, за год до этого в течение нескольких недель захватившие всю Норвегию. Немцы даже не ждали сопротивления, полагая, что Красная армия пожертвует Мурманском ради главных советских городов. Но фашисты просчитались. Войска из Заполярья не отозвали. Командующий Северным флотом Головко понял: если на суше 14-я армия Северного фронта не выстоит, дни флота будут сочтены. Вице-адмирал снял с кораблей и береговых баз всех, кого можно, и сформировал части морской пехоты. Сняли все стрелковое оружие со всех кораблей, оставив пистолеты только у командиров кораблей. Сняли даже пулеметы с неисправных самолетов, с неисправных лодок. Я не знаю, без этого удалось бы остановить немцев. Виктор Леонов оказался одним из тех моряков, кому пришлось сменить матросскую робу на рабочую спецовку. Служить в ремонтной мастерской, когда родине угрожает враг, молодому моряку казалось недостойным. Он рвался на передовую. Когда узнал о наборе спортсменов в отряд морских разведчиков для действий в тылу врага, решил, должен попасть именно туда. Однако его рапорты о переводе оставались без ответа. В очередной раз, когда в часть прибыл член военного совета фронта Николаев, чтобы объявить, кого переведут воевать на сушу, Виктор не услышал своей фамилии в списке. И тогда он задал вопрос: товарищ член военного совета, почему меня нет в этом списке? Николаев спросил: а что вы умеете? Что вы можете делать? За него быстро ответил Семен Агафонов. Он и лыжник, и спортсмен. Он и окончил школу снайперов. Николаев посмотрел, помолчал. Ждите. И через некоторое время его рапорт был удовлетворен.
Отряд тогда только создавался по распоряжению начальника разведотдела Северного флота Павла Визгина. По расчету командования, подразделение должно было добывать разведданные в тылу врага. Для этого в отряд отбирали моряков и спортсменов. Виктор Леонов и его товарищи как нельзя лучше соответствовали этим критериям. В отряд поначалу вообще было очень трудно попасть. Несмотря на то, что из отряда, значит, из многих походов не все приходили обратно. И все-таки ребята, значит, рвались. Потому что, ну, всем хотелось, значит, это самое, отомстить за родных, за близких. Допустим, как я пришел в отряд. Вот я получил известие, что у меня в Ленинграде погибли отец, брат, бабушка, ну и другие родственники. 181-й отряд воевал в оккупированных Норвегии, Финляндии и СССР. В самых тяжелых условиях. Не только физически, но и эмоционально. В таких условиях может воевать только сильный человек. Они знали, что будет тяжело. Поэтому выбирали людей, умеющих боксировать, бороться, бегать на лыжах. Леонов все это умел. Леонов в войне, он считался одним из хороших, очень хороших лыжников на севере. Крупный, плотный. Иногда ходил с нами вместе тоже, значит, стрелять. Мы выходили туда в Палую Губу, там тир у нас был, стрелял. Стрелял с парабеллума. Отряд не имел ни специального вооружения, ни специальной экипировки. Радиостанции всего 3 штуки. Форма обычная для краснофлотцев, но на задание надевали зеленую пограничную, а не черные бушлаты. В холода простые телогрейки, сапоги, вещмешки да каски. Даже рюкзаков в привычном нам понимании не было. Кто-то раздобудет как трофей у немцев, кто-то смастерит сам. Первые тренировки с новобранцами отряда проведет уже опытный разведчик Степан Мотовилин. Опытный, потому что уже побывал на заданиях в тылу врага, хотя с момента начала войны не прошло и месяца. Он успеет дать молодому пополнению лишь вводные. То, что даже не узнал, а по наитию понял сам, как ползать и маскироваться в горах, колоть штыком и как бросить гранату. Вместо третьего занятия Леонова и сотоварищи взяли на реальное задание. Сашу Сенчука товарищи Леонова убьют в первом же бою. Первые выходы сразу же показали, что личный состав не в полной мере был готов. Первое задание в Норвегии едва не стало последним. Леонов взял гранату и бросил ее, но не полностью выдернул чеку, так что немцы перебросили ее обратно. Он поднял ее и снова бросил. Очень рискованно. Он не был пехотинцем, служил на подлодке, поэтому пришлось быстро осваивать науку сухопутной войны. Совершенно по-другому дело с подготовкой обстояло у врага. Границу Советского Союза на том участке фронта перешли горно-стрелковые подразделения вермахта – егеря. Это специальные части, легкая пехота, созданная для войны в горной и пересеченной местности. Они имеют особое снаряжение, их оружие облегчено при сохранении калибров, у них подробнейшие карты зон боевых действий, прекрасная связь и надежная теплая одежда с крепкими егерскими ботинками. Каждый солдат, прежде чем попасть на фронт, проходил многомесячные тренировки по маскировке, наблюдению, передвижению по горным склонам и стрельбе. Одним словом, элита элит. Когда фашисты перешли границу Советского Союза, на Северном флоте не было подразделений, которые могли им противостоять. И морская пехота, и береговая охрана, и спецназ – все это появится много позже. Все мы отлично понимали, что там, в тылу, мы беззащитны. Никакая там конвенция, там международная нас не может защитить, потому что мы ходили без погон, без знаков различия, без документов, и даже самокрутки из газеты «Правды» нельзя было брать с собой. Леонов быстро привык к стремительным и дерзким операциям в тылу врага. В
течение суток после бесшумной ночной высадки на берегу отряд выходил в заданный сектор, собирал информацию, устраивал диверсию или захватывал языков и возвращался на катер. Они проводили тайные операции. Захватывали немцев живьем, связывали им руки и переводили на советскую территорию для допроса. Эта война вплотную к противнику, и один неверный шаг подвергал опасности твою жизнь. Вскоре Виктор Леонов уже был известен благодаря сноровке, смелости и сообразительности. Ему присвоили звание старшины первой статьи и поручали командовать группой во время боевых действий. Виктору Леонову, как и другим разведчикам, пришлось учиться самим и с нуля создавать программу подготовки разведчиков. В отряде перво-наперво был установлен особый распорядок дня. Из книги Виктора Леонова. В 5 подъем, минут 10 интенсивная зарядка, затем завтрак и лыжный кросс с полной выкладкой на 50 километров, иногда на 70. После кросса обед, затем занятия по подрывному делу, стрельбе, рукопашному бою и так далее. Особое внимание на незаметность. Главный козырь разведчиков той поры и сегодняшнего спецназа. Виктор Леонов, обучая молодых бойцов, объяснял. Видите, как дозор обходит кусты? А почему? Другой, допустим, попрет напрямик и, глядишь, обломает ветку. Егерь-разведчик подойдет к кустам и установит. Так обломать ветку мог только человек. Враг предупрежден, усиливает охрану и прочесывает всю местность. Он может сорвать нашу операцию. В отряде понимали, очень важна психологическая подготовка. Главное для разведчика — выполнить боевую задачу. Плохая погода — не трудность, а преимущество. Так легче скрыться от противника. Егеря тоже подвержены страху. Нужно заставить их бояться, ошеломить, сделать то, что они считают невозможным. Подобная психологическая подготовка новобранцев вскоре сделала свое дело. Отряд Леонова превратился в сплоченный коллектив боевых товарищей, действующих как единое целое. Главное правило, которым они руководствовались – не справился – не возвращайся. Герои не нужны, нужно дело. Убить человека на расстоянии легче. Не чуешь кровь, не слышишь последний вздох. Смерть на тебя не влияет. Если ты психологически на это способен, ты далеко впереди своего противника. На войне с фашизмом один человек стал воплощением духа и боевого стиля спецназа. Виктор Леонов. Вот суть-то психологического закона боя. Первый закон. Человек страшится только того, чего он не знает. Второй закон – это никогда два противника не сталкиваются и бьют друг друга одинаково, штыками, прикладами. Нет такого рукопашного боя. Не бывает, кто-то струсит. Еще закон – это никому умирать не хочется. Леонов хотел, чтобы его люди шли дальше и сражались отчаяннее, чем любой возможный противник. Он создал боевое братство, каких еще не бывало. Первая цель – немецкая армия. Вот теперь Колосов. У меня был такой парень. Ну что ж это Колосов? Не лучший мастер рукопашного боя, например. Вот случилось так, что ему пришлось встретиться там, не знаю, сколько было егерей. А он один, и патронов нет. Он бросил автомат, поднял руки и пошел навстречу. При встрече с ними нельзя вступать в рукопашную, надо звать подмогу. Какое бы ни было оружие, рукопашная – козырь спецназа. Все зависит от человека. Они считали, что вот-вот, они его схватили. Но первый, кто подбежал к нему, получил такой удар, от которого не поднимаются. И винтовка оказалась у Колосова в руках. А дальше схватка. Когда мы прибежали, Колосов получил 3 удара штыком. В руку, в бедро и в глаз. Но за это время он убил 8 человек. И по существу, когда мы прибежали, они защищались от одного из раненого человека.
А остальные, конечно, попали к нам. Самый опасный момент рукопашного боя – это сближение, когда противник может открыть огонь. Если преодолел это, дальше ведь Суворов говорил: пуля дура, а штык молодец. Русские всегда, всю жизнь были сильнее всех в мире в рукопашном бою. В рукопашном бою. Доводится слышать нередко о тех, в ком надежности прочный запас. С таким я уж точно пошел бы в разведку, а сказано это о каждом из нас. Военный разведчик – особое звание, в котором отвага, смекалка и риск, где верность присяге и сила призвания с любовью к отечеству переплелись. И на земле, и на воде, то в поднебесье, то в горных высотах, и здесь мы, и там, и нет нас нигде. Такая судьба, такая работа. Недолги у нас расставания и встречи, едва скажем здравствуй и снова прощай. Дай Бог тебе счастья, военный разведчик, на Бога надейся, а сам не плашай. Мы в этом пути все преграды осилим, друзей по оружию прикроем собой. Военный разведчик, защитник России, для нас это выше награды любой. И на земле, и на воде, то в поднебесье, то в горных высотах, и здесь мы, и там, и нет нас нигде. Такая судьба, такая работа. Доводится слышать нередко о тех, в ком надежности прочный запас. С таким я уж точно пошел бы в разведку, а сказано это о каждом из нас. И на земле, и на воде, то в поднебесье, то в горных высотах, и здесь мы, и там, и нет нас нигде. Такая судьба, такая работа. И на земле, и на воде, то в поднебесье, то в горных высотах, и здесь мы, и там, и нет нас нигде. Такая судьба, такая работа.